Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1460. События дня. Евангелие от Матфея, 22:19. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей». За 12 декабря 2019 года. И обращение. Для нас оно очень важное. Не просто человек деньги потратить, а именно купить комбайн, который много что-то соберет лучше и кормит нас всех. Это труженик сельского хозяйства. Лучшие деньги никуда не вложишь. Купить ему надо, но я не могу помочь, комбайн. И вот об Арабаше, чтобы знали, 4 ролика. Так медленно перебирайте, я буду вести, что тут за день говорили. Вот из колена Иудина, из колена Данова, еще то, что перечисление в Откровении, нет его данного колена. Тоже доказательство. А Юлии Долбневой тут ролик можно посмотреть.
Ну вот, прислал. Это его фамилия здесь. Сейчас могу, наверное, найти. Здоровья вам. По скайпу. Сейчас посмотрим. 1, 2. Тут у меня с интернета приходят. Фото из интернета. С книгами. Кто получил, обязан 2-3 снимка сделать. Вот так. Ну, тут много, что вряд ли найдешь. Нет, наверное, не найти. Угу. Так, не нашелся ты нас, видите? Это не найти. Это в лагере были. Вот так. Вот так. Посмотреть фотографии. Может, наткнусь. Вчера один прислал. С книгами сфотографировался. Он где-то из Англии.
Ну ладно, значит, не нашел. Ну ладно, ничего нету. Я только что оставляю здесь то, что потом увидеть интересно было бы. А тот за время накидал. Еще делает. Вот это... Вот какие снимки у меня тут. Вот. Человека, который никто, наверное, не знает даже, что это за человек. Лесков такой.
Вот он, Рембрандт, ради его я все это делал. Показать. Это он зарезанный был Григорий монах. Это. Ну и так все здесь. На этом все. Слушайте Библия. Так что где-то здесь надо нажать. Где я не знаю, тут выключить-то как. Выход. Вот и все на этом.